Карагандинец Алан Курмангалиев победил на юношеском чемпионате мира в Тунисе в смешанном парном разряде и завоевал бронзу в личном зачете. Это историческое событие для казахстанского настольного тенниса. Год назад казахстанские болельщики и мечтать не могли о золотой медали мирового первенства. Однако совместная работа спортсмена и тренера, усердие и сотни часов, проведенные в тренировочном зале, дали свои плоды. Я процитирую президента Федерации настольного тенниса Даниэля Абулгазина. Наша страна вышла на новый международный уровень в этом виде спорта. Это очень важный и трогательный момент для всех нас. Выражаю благодарность тренеру Эльмире Алиевой, которая воспитала нашего чемпиона. Искренне поздравляю Алана и всех болельщиков настольного тенниса. Мы гордимся нашим спортсменом. Конец цитаты.